Найти на глобусе полуостров Крым дети не составило труда. Место, где они провели летний отдых, сверкает для них как самое яркое и теплое на земном шаре. 6 воспитанников социального приюта «Елкын» отдыхали в Крыму больше 20 дней по государственной программе. По постановлению правительства Российской Федерации из федерального бюджета были выделены деньги для несовершеннолетних, которые нуждаются в особой государственной поддержке. В том числе вот наши ребятишки, 6 человек, попали под эту программу и были направлены в Республику Крым, город Севастополь, на отдых в летний лагерь. Приехали они очень довольны, мы с ними созванивались периодически, они нам звонили, говорили о том, что они что-то новое узнали, что-то интересное, что они на море каждый день ходят, еще по 2 раза довольны. Счастливые, отдохнувшие. У мальчишек и девчонок море впечатлений и положительных эмоций. Они делятся ими как со сверстниками, так и с воспитателями. Кому-то запомнилось море, кому-то первый полет на самолете, а кому-то танцы на пляже. С моря приходили, отдыхали, кушали, спали, приходили. Концерты были. Буду общаться с друзьями через ВКонтакт, по телефону давали. В Скайпе кто-то тоже есть, тоже будем общаться так. Ну, друзья в основном из Чистополя и из Казани. Дети уже готовятся к 1 сентября. Теперь они точно знают, что напишут в сочинении «Как я провел лето». Ребята надеются, что и на следующий год им посчастливится побывать в солнечном Крыму.